В Черкесске стартовал всероссийский боксерский турнир памяти известного тренера Александра Степановича Давыдова. В Большом зале юбилейного встретились около 200 спортсменов из 27 регионов страны. За открытием шестидневных соревнований наблюдал Артур Мхце. В историю бокса Карачаево-Черкесии вписана новая глава. В Черкесске стартовал всероссийский турнир памяти выдающегося тренера, воспитавшего не одно поколение успешных спортсменов. Подопечными Александра Давыдова являлись победители и призеры крупнейших мировых соревнований. И вот многие из них оказались под крышей юбилейного, чтобы стать соучастниками значимого события. Стартовали предварительные бои. Полуфинальные бои состоятся в пятницу, 18 августа, и финальные бои 19 августа. На турнире принимают участие 190 участников из 27 регионов страны. Турнир проходит среди возрастной категории 14-15 лет. Представительные спортивные делегации во главе с именитыми боксерами прошлых лет. А среди участников турнира – лучшие атлеты своих регионов. Все это, также присутствие некоторых веселых персонажей, настраивало на праздничную атмосферу, в которой пройдут все 6 дней соревнований. В числе 27 боксерских дружин есть и представители одного из новых российских регионов – Луганской Народной Республики. Ребят и их наставника можно смело назвать боевой командой, поскольку тренер и родители некоторых молодых боксеров и сами защищали собственную территорию, участвовали в специальной военной операции. Меня зовут Бакун Артем, я из города Луганска, участник первенства России 2023 года. Сейчас участвую в турнире отборочном первенство России. Но вот условия, в которых ты сейчас находишься, приехал сюда, и те условия, в которых приходится заниматься у себя дома? Условия нелегкие для тренировок у себя дома в связи с спецоперацией. Но мы все равно ездим по соревнованиям, участвуем. Такого количества регионов в одном зале здесь не было очень давно. Далее радушные хозяева порадовали почетных гостей интересной творческой программой с зажигательными танцами и патриотической песней. Впрочем, спортивные команды приехали в Черкесск не ради развлечений. Каждый спортсмен надеется отобраться на финальный турнир первенства России. И уже первые поединки показали бескомпромиссность молодых боксеров на ринге. Да, в таких соревнованиях всегда есть победители и проигравшие. Однако своим масштабом соревнования памяти тренера Александра Давыдова еще раз напомнили о том, что спорт – это жизнь. Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.